Войт. Это такая Ляночка. Я где-то слышу. Гильдию брали вроде. Так. 25 гири прошлое, она не И тупила. Ляночку. А она пишет то, что хочет в рейд ее брать. Да. Хорошо. Попал. Погоди, вернись назад, пожалуйста. Он не в Дискорде. Хорошо. А, он в Дискорде. Красавчик. Тыкни, пожалуйста. Спасибо. Ты настоящий герой. Я тут одну вещь сейчас узнал. Если хилить в лем шмоль, то манна быстро заканчивается. Она. Нету. Быстренько все делаем. Это твой лен, что ли? Это не мой лен. За кого это ты зашел? За шаман. Да взял. А? Взял оттуда. Я, короче, в туалет сходил. Такой хотел смыть, смотрю, а там шаманы. Так давай я тебе дам шаму хила за него квест за одну девочку. Ну давай, ты хочешь этого, правда? Да мне-то пофиг. Быстрее, мы сейчас пулять босса уже будем. Ну кидай мне, кидай аккаунт, я зайду сейчас за твоего хила. В этот Это туалет. долго все будет, давайте, может, просто сейчас так. Ну, Так он смотрите в лем сами. шмоте будет хилить до завтра. Так, не, я это Там 5 план хилов надел. есть, подходите сюда. Ладно, насрать всем. Рыбку, если можешь. И лапку. Так, ну ты на этих, на мелких, я на больших и на боссе. Где мелких проще будет. Друиды, нажмите лапу, пожалуйста. Там приз это, паладины разобрались? На кого на пол? На Тоже, блядь, Войда. танчит. На Войда. Мелких на Волзика. Это медведь. Все готовы поехать. Подожди, я не... Блин, я не видел, где у него тут покушать нас. Я без маны, здравствуйте. Можно и... Алифан, дай по себе Зачем было квест. подтверждать? Не знаю, все сложно. Я знаю, из-за давления. Сложное. Старайтесь поддерживать хорошее настроение. Привет, народ. Есть место? Спасибо, Варшот. Нет. Люблю тебя. Если кто-то офнится, то может будет. Вы сейчас на Аниксе, это первый инст или еще где-то были? Первый. Там все наши или куки тоже есть? На куки есть. Почему Ляночка не видит, где брали? Ну, не пошла вообще. Она же... Я с Вайдом ходить не буду. Она же там с Тви, нет? Да, она так сказала. Да. Я Че, лично реально? слышал. Да. Сука. Согласен. Ебать, а в топе по ДПС. О, удрал с гильдии ливнул. Замечательно. Забрал чешку, да, там с гильдии. На Молодец. кого напал маленьких? Волжи. Медведь такой жирный бегает. Как Элиса в жизни. Блин, как ты узнал? Ну, короче, самое жирное на районе, меня все боятся. Конечно, ты свой голос слышала. Не, они думают просто, что ты их Алиса сожрёшь. такая жирная, что имеет собственную гравитацию, если кто не знает. Точнее, собственное гравитационное поле.
То есть не она к земле притягивается, а к земля к ней. Ну, чтобы вы знали. Алис, как... Ну, просто когда жирный прыгает, это довольно тяжело. Скоро дыхание, готовьтесь. Алис, скоро отдышка, готовься. Ой, а как я достала ее, что ли, помню. О, точно, тут же щекотка. Блин, я и забыл. Блять, так. Можно на рогу хилбот поставить и напугивать по нему. Так, не забирайтесь меня, дракончика, пожалуйста, я ману резко пошел. Я... Иди сюда. Отлично. Паза скоро. Большого бери, здесь тоже. Добейте трэш. Все пулы уе в трэш. Звание на хп. Быстрее дракона. Жмись. Коннекси уже быстро. А, ну ничего страшного. Если кому интересно, я поманю все. Держи в курсе. Я так и понял. Ресница, пожалуйста. Господи, что он себе за говно вставил? Что вместо сочки? Я же говорил, мешочки анролл. Да, это сумка. А, нет, это мешочек. А, не то. Спасибо.
Ух ты, два меча. Валтер, ты все ролишь вообще? Валтер, да, это паладин. Да я на танка берусь, тебе надо забирать так для теста. Прикол. У меня просто эти авуловые мечи цини. О, одел рогу. Летим в Иксе. На СПД, бля? Там на СПД меч был? Я просто увидел меч. Сорян. Если кому-то нужен второй меч, какой там на СПД или первый, напишите, я отдам. На СПД на рогу вообще-то топ. Приветствую. Меткость там оставь, кап соберешь. А сумку можно забрать? Да, поздно уже. Кидают ролл люди, у которых эта сумка есть. А на рогу меч, который там 2.6, в какую руку идет? Право. И на него быстродействующий яд, правильно? Угу. А смертельный древний? Это понятно. Блять, вот у меня есть рога, сделал какой-то дивил рог у себя. Зачем? Ты к этим смол, что вы встали, я не понимаю. У вас что, время 5 часов, что ли? Начало первого уже. 8:00. Портрик там. Упас. Кто бафнул барабан? У нас еще паладинов нет. Кто такой антибосс, скажите мне? А тир баф я типа всем нормальные каски. Кто-то запустил. Вахули стоит. Кто-то, ну не я, кто-то, ну не я. Кому шмотку на распыла дать? Ой, закинь Лианочки Ельдову. Ничего она такого не говорила. Не, свет вырубился после целка. Вообще, когда этот меч на трон себе ставил. Рыбка, подойди к шкафу, пожалуйста. Ок, как скажешь. Бомба как-то просто.
Ну а сколько забирает? 4? По-моему. Мы им диск не давали даже. Пчелки, на те как нормально в центре стоять, да? Ты никуда сбежаться не хочешь? Сори. Да не, братан, все нормально. А у меня вроде не было. Кстати, не надо было забирать. Ты все это время тащил, что ли? Ну, после четвертого. Я спросил у тебя, ты ничего не ответил. Да. Ты левая, правая? Я левая, которая из-под земли. Шамана Геру. Погоди, погоди. А, вот она. Кто дал боб за... Плоди. У нас на присте этот дебаф. Кляночка, кляночка. На Зое или нету дебафа? Подбегайте к черепку, или вы сдохнете. На воздуху нету дебафа. Какой из паладинов дал боб? Не Вальтер. Челкин, рыбка. Вы что, тупые что ли, или чё? Унтерменши глупые. Все следите рынки. Я подержу. Да, я с дебафом. Зеленым. Она плюнула вроде. Будет еще, возможно, второй пивок. Это мы все равно стоим теренчик. Не понимаю, зачем вообще ретрику было давать на меня дебаф? Каким образом это могло быть? Ваутер. Да не давал Ваутер. Я тебе боб, он у меня вон, блядь. Скрин дать, что он никогда. Не знаю, ну почему на тебе тоже дебаф ослабленная же, блядь? Потому что ты развернул эту хрень, бля, я врубил божественную защиту, чтобы не... Ну, не развернул, она развернулась из-за того, что дали боб. Ну или пчелкин. У меня нету. Можешь. Рыбка в латах, это ты не занимаешься? Или пеп попал? Ну, суть я вижу, я так понимаю, стаки хотели скинуть с этого. Копыта, который... Я бабу прожимал только. Нет, тут так не работает. Какой-то тупой имбецил пытается запороть рейд. Либо это рыбка в латах сидит молчит, либо это ты попал. Своими выходками. Если я замечу, ты боб кидал на медведя или не ты? Значит, это пи попал. Пи попал, ты в диси. Чего? Никуда я не кидал, у меня боб не на КД даже. А кто тогда кидал, сука, я не могу понять. Пчелки кидал. Блять, это ДНМ кидал, вы заебали. Я только бабу прожимал. Надо кидать буб на танка, когда он танчит босса. Делайте так на халёне, в пугарейдах, а. Дурочки, сука. Если я замечу такое говно, вы просто вылетите отсюда сразу.
буду никого жалеть, сразу с рейда вылетите и все. Беги, Форест. Можешь спину разрулить? Это боешка. А, это боешка спина. Понял. Вот это рульте. Магия, у вас три штуки магов, стаки, стильте у Жираксуса. Если маги не будут вставляться, то присты и шамана диспелить. Ух, сейчас как за... не диспелить, а опуржить. Каску лапу повару. Потаскушка, беги. Варшок. Стаки. Сука, кто стаки диспелил? Не знаю. Главное, чтобы рейд не лег. Бля, это 25. Рыбка в латах, беги. Какой интересный геймплей за шамана. Стою в танке, цепуху кастую. И топ 2 по отхил. Безудержное веселье. Просто ужас, да. Рокой так весело играть просто. Ждешь, пока эта ебаная энергия реснет, чтобы кастануть. Сильный
пикселя начнутся на лече 25 гир, на халионе 25 гир. Здесь вы будете отправить. Ну а знаешь, что там какие-то эти ловушки появляются, и там в комнате еще что-то происходит. О, господи, ловушки, ну да, очень тяжелые. Да нет, я просто знаю, о, мне боб дали. Смотрите, кто мне дал боб? Признавайтесь. Я. Спасибо. И, короче, преследует маньяк и хочет тайны. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордой. Блин, у него такие папочки на мне. Он тоже здесь 45. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Лева. Здесь никому не надо будет. А, ну потом дам тебе отправить. Или сейчас дать. О, спасибо. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Пан в танк сразу. У кого еще танки плюс вред? Они хотели запятнать честь. А тут цепочки 3 не по ГБ? Нет. По ГБ. По ГБ. Я посмотрю, как внутри не еще будет. Выбор. Но если с ласта была тыня не за ГП, значит и выбор не за ГП. Иначе ноги своей богини. Так, я что-то не понял, что за подстава. Значит, на Джавани вы МК кидаете, да? А на меня нет. Вы что, попутали, что ли? Пан, держишь вара. Что за подстава? Он что, в трихоле пала? Нет, пан, ты держи лучше треугольник. Волзик вара, а я ромбик. Виби, луна. Первый убиваете Лока. Звезду. Второй. Кому косты позбивать? Сейчас. Где этот хант? Зачем? Ты попал в спектрумса. Пускай. Ты попал в холика? А, не знаю. Кружок после звезды. Так, тут Энх есть, пеп попал. Подожди. У кого еще танкоспек есть? Сука, у кого еще есть танкоспек? Короче, будем надо контролить. Сдохните от него, сам виноват. Вот череп, это холипал, его будет контролить. Так, ДНМ и потаскушка, и Элем. Жабу кидай. Холипал обязательно сбивайте косты, все там. Нежный рок сидишь на... Нет, пожилой сидишь на холипале. Косты и... Станы даешь. Ослепление. Сначала убивайте звезду, потом кружок, потом будет тебе череп. Чек на пул. Пан, ворвешься на шфир под этим дуракам. Крест тоже контрольте. Кайтите его по максимуму. Рыбка. Побежали, рыбка дрочит где-то. Макрос делаю заранее. Чтоб шмотку не проебать, заранее делаю. Беги, малышка, беги! Геру дайте. Да. Ничего не играем. Кружок играть, я забываю, что у меня активация не стоит. Куча чемпионы. Только не начинайте дохнуть, как много.
кружок быстрее. ШП, дисплейте свою цель постоянно. Обновление висит на кружке. Задисплейте. Кружок быстрее. Бери. Крестик бейте шамана. Помогаем танкам. Танки. Диспел. Присты, диспельте цель. После крестика череп. Череп теперь. Ну убейте быстрее, череп теперь бейте. Готовьтесь масс-диспел давать. Масс-диспел. Отлично. После черепа звезду, потом кружок. Беги, малышка, беги! Все звезду, потом мага, потом луну. Диспел звезду. Да, кстати, я в Элем шмоте, правда, тяжело пили. Кружок пьем. Тоже готовьтесь масс диспел, давай, когда у него лоу хп будет. На глыбу. Диспел. Масс диспел. Месяц. Да, это не просили рога, сори. Здесь пойти ромбик. Играйте через треугольник. Треснить, пожалуйста. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Еще одна боешка, кстати. Неплохо. Че это за кодин, кто знает? Thank you.
Ну, судя, короче, по его шмоту, это хил. Но он из нашего этого гильдия. Да это Зойл, наверное, взял его. Скорее, дайте, о, дайте каску пороги, пожалуйста. Мишка, бери белую. Дима, бал. Три холипала идем. Все сферу. Пипе пал, возьми темную сферу. И 6 хилов. Что-то не переживай. Зато захилить. Чтоб наверняка. Ты готов был? Способность готовимся. Бьем дальше. Ой, может я бы лема лучше. Спецспособность готовимся. Бьем дальше. Будет, ну ты вообще как? Чё? Или кто там тьму держит? Я. Ну ты нормальный, не? В смысле? Ну если вы срываетесь с меня моментально. Ох, Зоя. Он тебя шотнуло. Спецспособность. Зоя, такой Зоя. Берем святую все. Святую взяли? И добиваем Эйдис. Два выбора. Блин, такая смешная шутка про два выбора, я просто снимал. Я каждый раз ору в голосину, просто не показываю никому. А, ну ладно, спасибо. Запустить. Дают ты это говно, или я могу? Слышь, Шарпи. В тебя как в зеркало смотрю. Но это зеркало мне льстит. Ты проник мой? Нет, я про шмот твой. Проник, тоже. Стой, я тебя предупреждал. Что, царя замутили? Нет, что случилось? Что тебя предупреждал? Я называть его Шарпи. А, точно, я ж не Шарпи, у нас другой Шарпи. Шарпи, ладно. Который Шарпи, я, короче, не смею как-то ладно, быть. Буду называть тебя сладкий котёнок.
Ладно, вообще меня зовут Кирилл. Но можно и сладкий котенок. Не-не-не-не, слушай, Кирилл это не очень лучше сладкий котенок. Фу, хейтер. Называй его стул, на... вот стул называй его и все. Сам ты стул. Это блядь. Блядь, я еще первого ЦЛК это говорил. Вообще, какой ты шарпи, ты этот, ты пан, все. Мне насрать. Он шарпи. Максимум шарфик. Шарфик. Будет тебе такое испытание. Как вы думаете, почему Лич так долго шел сюда? Какой Лич? Потому что никто не запустил. Мы в Дискорд говорили запустить, а вы пиздели сидели. Именно, наверное, поэтому он долго идет. Не, он вообще долго идет. В смысле, так кто виноват, что его не запускают? Кто виноват, что за вашим пиздежем ничего не слышно в Дискорде? А, ну да, конечно. Просто его кто-то замедлил. А что? Что? Рейси тебе пришел. И тут недолго лететь. Сейчас, брат, подожди, вот это есть. А как я умер, собственно говоря? Это бывает. Он тебе хождение по велике. А где ты? Я тебя не вижу. Я встану. Все, забей. И вообще-то мы обсуждали с Рейлом как бы очень важную тему, как его называют. Вот. Так что все нормально. Правда, Шарпи? Ой, сладкий котенок. О чем я тебе отвечать? Да, это сейчас мне. Теперь ты будешь называть его пожилой дамой. Канты, поставьте петов на пассив, блядь. В смысле пожилой? У меня ник такой. Пожилой ник. Пожилой ник. Я готов, если что. Вы в курсе, да, что надо разбить несколько сфер сразу? Можно даже сразу все. Хук, ты тут? Не буду ждать одного. Это, Сомервиль, ты чё, потихонечку начал в этого, в чулана превращаться? Тут тоже на всех квартирах. У тебя микрофон просто в Дискорде пиздец какой громкий, ты когда начинаешь смеяться, вообще короче, нихуя. Короче, мобов переключились. Я чё, у тебя голос противный. Закройте рот, переключитесь в мобов, и надо их не 200 держать, они убьют танка сейчас. Нельзя их увидеть, льда. Держи на другом островке льда этого моба второго. Мобы. О, у меня яды кончились, вот я ловушка. Погулять решил. Там ДПС, я не знаю, как он меня. В копателе 29 тысяч, удивительно. Да, пока скушка. Говорят, могу убить, мы бьем босса. Отойдите с пути. Так, каким отношением вам не сеть ПВК-25? А ну, можно забыть с такой игрой в трэш. Вы на Аларе были? Видели, что было? На мне череп. Разбейте пару сфер, одна лужа тут. В центре разбейте какую-то сферу. Вот.
Вожу моба на сферу. Держи моба на льду. Разбейте. Прошли в другой конец комнаты РДД и бейте моба, который держит Мишка. Паук сзади стоит. Паука убейте. Паук на ледяной луже убейте. Сюда ближе к нам перебегай, к воротам. Тут есть лужало. Так, сбоку бей. Не успеем добить до фазы, закопает. А вы дайте рост и бейте в босса. Потом жуков забьете. Геру дайте. Уже поздно, мне кажется, совсем. Не, ну как бы... Жуков зато сыграете, это лучше. Брейл сказал, рейд сделал, все нормально. Вот жука большого бейте, что-то вы его вообще не бьете. Под Герой даже не можете бить. Вот по скоробеям теперь ДПС больше бьет. Вот видишь, он бегает. Видишь, скоробей бегает как быстро. Ему берсу словил. В смысле, а чё он сквозь меня прошел и урон не нанес? Я чё, особенный, что ли? Ты тонкий просто. А теперь нанёс, я чуть не сдох, нормально. Тут вот две лужи есть. Тебя... Мобы вышли? Бог, добейте сначала. Господа, а почему мы рейд на овер хп держим? Может, не сказать? Да. Ну, мы его сейчас будем заливать как природа. Это слишком тонкие знания, чтобы сейчас их рассказывать. Согласен. Сакрально. Недостойным еще объяснять. Ну да. Сейчас покажем ПС. Зачем они на фул хп хилят, я не понимаю. Хилы вы в дискорде? Я только тебя... А, сейчас я буду аккаунт. Эффективное исцеление. Ну, три холипала. Ника. Неужели. Не, ну пацаны сильные сразу. О! Ха-ха! Маунт, господа. Хороший. Летите на гуляк, ему ничего не надо. Соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Телепорт Шатрат поставил перед портом Заларан. Давайте шустрее, перед портом Долоран стоит порт Шатрат. Второй открывать не буду. Дорого. Да, батя, вы всем рейдом будете скидываться, не насоберете. Может, договоримся?
Меня заебали эти челы в Угримаре, блядь. Открой портал, я ему пишу 500 голды, он говорит, а, ну ясно, давай. Я говорю, ну нахуй не пиши мне в ПМ, блядь, больше. А мне бесплатно. Че ты такой злой-то? Заебали, но они, блядь, стоишь АФК, эти черды подбегают и начинают, открой порт, открой порт, открой порт. То, блядь, в угадайки играют. Ты знаешь, зачем я тебе пати кинул? Нет, блядь, не знаю. А ты расскажи, да? Бля, ты знаешь, как поджигают? Вот я тебе говорю, создай себе мага, встань возле Угримара просто вот на этой крыше АФК, прям минут на 10 и посчитай, сколько тебе челов в ПМ напишут. Особенно в Прайм. Ну, я не знаю, вот я, допустим, часто прошу порт в Угримар. Ну, я тоже. Честно, я бесплатно открыл, когда я прокачивался на этом сервере. Так, типа, кто подходит, типа, и нормально пройдет какие-нибудь low-level типы, которые, типа, просят, открой. Я ему написал, знаешь, как, брат, открой, пожалуйста, портал Далран, умоляю. Вот так написал, он мне сразу открыл. Открой свою. Подкатывает к тебе игрушка на инвалидной коляске и спрашивает, хочешь поиграть в игру, да? Не, знаешь, как поджигает, когда тебе, ты стоишь такой возле алка в Огре. Войт, я маунта спронил, тебе уступаю. Это ты бабушка. Потом чел тебе кидает группу, ты типа нажимаешь окей, и он говорит, знаешь, зачем я тебя пригласил? Скажи, не догадываюсь. Прям накаляет, пиздец, невозможно. Ты дурачка включи, скажи нет. Ну я ему пишу, типа, 750 голды вперед, блядь. Ты скажи, он говорит, не, в следующий раз. Ну, извини. Он тебе скажет, дай портал, а ты скажешь, какой портал? Он скажет, ну... Или громовую ему открыть, нахуй, без громового... Подскажите, как... Ты такой, а что такое Даларан, да? Ты отведи его... Ну я ему подкрываю ему разные города, порт. Ты отведи его в этот, как он называется, в портал Выжженной Земли, и скажи, вот там есть портал, иди туда, через большой портал. Короче, хочешь угореть по сатане, берешь, короче, в Даларане. У ордынцев, вот где этот порт да, Гримар. Знаю, ставишь, короче, порт, да, и смотришь, как они туда долбятся. О, боже, это еще, так смешно. Еще попробую ровно его поставить, блядь. Ну да. Нихуя не получилось. Я раз 8 попробовал, забил, но дел. Скажите, кап мастерства и меткости на рогу. 15% меткости, 27 мастери. Ой, мастер, это экспертизы! А, 27 мастерства, именно 27 скобочек, ну, слэш 27. 27 это в этих, да. 214 рейтинга и 239 вроде меткости рейтинга. Понял. И 240. Войт все знает, понял. Войт настолько войт, что все знает. Что-то. Там же что он типа в гильдии писал, гильду переименовать, лучше позвоните в Айду. Я бы сразу из такой гильдии ливнул. Потому что я не звоню, я пишу ему в этом ВКонтакте. Войт, говорю, алло, у нас РТ. Ой, бля, говорит, посмал, говорит, сори, ща, говорит, зайду. Кстати, царь ошибок прошлого на шамане не повторил. А, стилы? Так выстил, конечно. Я так переспросил на всякий. Я не понимаю. Хук. Хант, который сдох на первом боссе. Кто там с Шреддером? Он давно ждет. Ну, он Шреддер хотел. Шредер. Вы меня спасли от трех альянсов. Не русские, что ли? А можно ли быть добрый, у кого есть этот мамонт? Выйти поставить. Мамонт? Да. Да, я помню, вот как вчера, короче, пошел, я вижу... И мамонт стоит такой здоровый, шерстяной весь. У меня еще тогда копье с собой было. Ну, я его, короче, хрясь и зарубил. А мне сказали, мамонта поставили. Я такой, блин, я ж его убил. Вот, правда интересно?
без комментариев. Я вообще не понял, что произошло. Все очень сложно. Ты конечно. Дим, ты после виклика что делать будешь? Ауру света приключите. Отлично. Ну что, хилы? Хотите, чтобы я КПТ открыл? Играйте по громиле, вы что, блядь, первый раз живете, что ли? Череп, сбить косты, крест, сбить косты, сука. Косты все до единого надо сбить, он захилит оба на пути, вы стоите, бьете его. Вы что? Ну, дурачок. Сейчас подойду. Опять давление? Я на троих, медведь на двоих. Яночка в Острогории. Я не знаю, гуляем. Диск? Thank you.
Ну, 6 хилов, ты что-то хотел. Минус 1 ДТШ. Может, я в Элему лучше? Давайте Геру до Брюля откатиться. Ну, блядь. Вы еще и дохнете, видите. Вы что, блядь? Просто нет слов. Не, ну как бы сложно захиливать, когда там раз в 10 секунды по полу этого лица отлетает. Не надо на вихре стоять. 30 тысяч урона. Морф из Валка. Ну что? Морф из 12к, Волтер 7к, ДПС был. Почему? А вот я стояла под вихрем и не сдохла. Вот давай уклонения все будут прожимать, как ты, и все будут шутить. Давай. Замечательно, да? Вихрь, милишники. Ходят слухи, если дизарм вихрь кидать, то он не ДП не дам, но только на время действия дизарм. Пан, что, лучше, когда дизарм кинул, да? Я никогда не юзаю дизарм на короля мол. Понял, все, прости, пожалуйста. Вести, пожалуйста. Нет, я буду дабл, нажал, умер. Спасибо. Наконец-то. Никогда не понимал, почему так мало латников ролят вот эти вот бегачи. Это топ. Что для Рейтрика, что для Вара. Для армса это вообще мастер-кэт. Даже с кораблей хуже перч, на самом деле. Охуенный танчик, у меня шнуровый. Он посложил. Танк один раз всегда танк. Я шла полминуты где-то. В итоге ответил. Ну, ваниш в Казани нажать. Зачем? Я вроде не умерла. Ну, тогда еще ты обижаешь, что танчишь. Ну, я сначала была тут с Казани. Потом чуть потерпела, потому что мне еще одного. Понимаешь?
Больше тебе еще подобных историй расскажу. Ну и пошел ты. Да, блядь, рофля, типа, с таких шкетов, я, типа, блин, мелкие шкетники стоят, мне что-то говоришь, они такие, да пошла ты, и я такой... Я, короче, сегодня на физре у нас, ну, короче, была у нас физра, и, короче, у нас был параллельный урок с каким-то человеком. Кто танчит? На звезду, на пулы, блядь. И там, короче, эта девочка, 10 лет, курит. Блядь, на историю, блядь, и маны нету. Блядь, пиздует, нормально. Ну, чё-то главный тип. Папану сальву. Да, закинул одну, дальше кидай. Я закину. Подожди, там моя сальва. Рейдж держим. Вам говорят сальву кинуть, и там баба вообще капля нахуй. Вы знаете, что такое капля и сальва? Вы знаете, что такое рейдж держать? Варшок, Виби, Саммервайл, Саммервилл. А, можешь на кого угодно гнать, кроме Виби. Я уверен, что к нему подошли вот все вот эти вот... то ты еще и убили его. А он... Отведи от ко мне, босс. Рейндж набрали между собой. Друг другу не подходите, чтобы не убить. О, отлично. Держи. Юка, резь и варшопа. Лузик, если не Виби. У меня нет боя. Лузик, Виби. Сальва по тоскушке. Надо ему, он же лох. Хорошо, нам. Дайте все сальвы по потаскушке. Не надо. Он стык, кстати, он ну, чтобы Волзик был на втором месте.
Пусть лучше пан будет в запасе, а то я сейчас догоню, дайте мне. Ну вот так нормально. Я на локас. Так. Что, может, гер? Давайте, гер. Не надо. Рейндж набрали. Великие выбитки из камней, которые падают с потолка. Господи, как же мы долго его бьем. Сегодня какой-то уфаровский жрецов друидовский день. Поднимите, я порт поставлю. Стоит уже, ты опоздал. Войд. А Войд. Чё? Ты знаешь, чем отличается порядочная женщина от тоскухи? Чем? То, что порядочная женщина дает всем к ряду, а потаскуха потаскует, потаскует и ложится спать. Ебать ты сегодня шутник. Да чё вы скучно вообще? В микрофон, пожалуйста. Понял, ха-ха. Еще 4 пуса на кухне. Мой плюс. Сейчас. Блин, я не знаю, самая халява на кубе. Стоишь, прожал, все. Пошел чай. Нет, помимо пана, пан первого и по ДПС, кто еще есть на кубе? Одно тело. Давайте я. О, давай ты. Варшок какой? Пускай бога. Здесь ему в голову не прилетит этот обломок. Это, блядь, был рога и нет рога. А, знаете что? Я вам так скажу, напуливайте хорошенько трэш на танков, вот сейчас, которые мы бить будем. Пейте мою кровь, и я убью ее.
ебался, смотрите, короче. Вы тут, нет? Прием. Да все тут поехали. Сразу мусор дан. Войск.
Самое главное, это послакать с кубами, иначе придется здесь долго сидеть и получать ДП еще. Не стой под мордой босса. Да тут хилит мне в этаже. Кубам подошли. Давайте Геру. Пожимайте. Жилой, пожалуйста, не отпускай куб до конца дня. Если ты не знаешь, как работают кубы, давай не будешь говорить. Тогда я буду нажимать, держать буду до конца. Как хочешь. А можно вы мне расскажете, как работают кубы? Мне просто очень интересно. Ну смотри, как только в чате появляется надпись «Нет, только не снова», а значит то, что кубы можно отпускать. Это для справки. А, хорошо. Просто я думал, когда там куб... Ты не смотри, только не говори, у него сейчас опять давление повысится. Они, короче, тут не, у меня нету давления зуба. Вот. Чем больше, дольше тем ты держишь, тем дольше он, короче, ДПС, тем больше. Кубы 10 секунд. Прожали. Будут еще кубы, скорее всего. В конце в самом. Их тоже обязательно надо прожать. Thank you.
открыт. Кубы 10 секунд приготовились. Кто пытается что-то сказать там, и у него, короче, что-то плохо с микрофоном. Кубы приготовились. Прожимаем. Да он обманывает. Знаете, у Яночки имя из Пики, запомните за него. Он не пишет ничего. Я же говорю, она просто с тобой общаться не хочет. Такие мужчины покрывают не в ее вкусе. Чего? Ничего. Так обижена, говорит, ничего. Ой, сердцеед, разбил сердце молодухи. Сидит такой еще чавок. Сумка, надо кому-то. А чё мне так? Красноборск выиграл. А, ну я ошибся, передай ему. Я тебе отдам Красноборск. Или... Красноборск, давай тебе сумку, а мне голову. Я вас попал там. А, попал выиграл. Красноборск, тебе нужна сумка? Забирай. Хорошо. Красивый, кстати, посох. О, на транс. Мне кажется, мильте нужен не на транс. Или не нужно. А тут все без КП идет. Где ты? Я тебя не вижу. А куда сам рвнул? Не знаю. Рука. Блять, ты не начислил еще? Нет. Ну давай. Напиши плюс. Грудак. Ау, рога. Конечно, я не выиграл. Ну и ладно. Паса. Два. Не очень-то и хотелось, на самом деле. Роба не видно. Возьми мага в рейд, он ливнул. Он там выше плюс писал. А, у меня есть. Тист, точно, сори.